Добрый вечер. Вы смотрите программу «Послесловие». Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждаем вопросы строительства жилья. И гость нашей студии – директор некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» Игорь Плаксин. Игорь Ильич, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, телефон нашей программы 222-00-41 для абонента «Послесловие». Ну, мы говорим сегодня о том, как развивается рынок строительства жилья в Екатеринбурге. Ну вот по вашим оценкам, как сегодня вы оцениваете его темпы, куда мы идем, куда движемся? Если рассматривать последний год, то, очевидно, можно сказать о том, что темпы положительные, позитивные. И сегодня налицо горожане могут видеть, что идет интенсивное строительство многоэтажных домов, могут видеть, что развиваются пригороды города Екатеринбурга, в частности, индивидуальное жилищное строительство, строительство таунхауса. Поэтому можно оценить, что этот год очень позитивен с точки зрения продвижения строительного сектора вперед. Но ведь недаром экономика городов оценивают, скажем так, по башенным кранам. То есть, если краны в городе есть, значит, город живет, развивается. Правильная оценка? Ну, абсолютно. Для вас конкретно вот есть какие-то знаковые проекты, ну, скажем так, брендовые проекты, которые сегодня вы можете отметить? Ну, конечно, на сегодня можно сказать, что продолжает успешно развиваться проект, серьезный проект района Академический. И, насколько я знаю, что в этом году он наиболее успешен. И этот район все больше и больше пользуется популярностью граждан как города Екатеринбурга, так и соседних областей, граждан России. Хочется отметить, что в этом году был дан старт новому серьезному проекту «Солнечный» буквально не так давно, что тоже очень важно для Екатеринбурга. Хочется среди вот таких крупных проектов отметить и, может быть, в большей степени архитектурные проекты, так как первый Николаевский проект, связанный со строительством высотных жилых домов. Ну вот, в сущности, наверное. Ну вот те проекты, которые вы перечислили, на мой взгляд, это вот очень характерная деталь. Мы комплексно осваиваем территорию. То есть это не только, условно говоря, высотка, но это комплекс. Вот почему сегодня это важно? Именно такой подход. То есть не единый, скажем так, дом, а вот инфраструктура, которая рядом. Ну, конечно, городская инфраструктура развивается, и развитие имеет свои тенденции. И, естественно, наверное, любому гражданину удобно, когда многие объекты, создающие комфорт проживания, находятся в шаговой доступности. Угу. Это старые принципы. Вот основанные... в советское время так застраивали, да, город. Абсолютно, абсолютно верно. К этим принципам периодически архитекторы, градостроители возвращаются. Ну и, в частности, если рассматривать первый Николаевский, это вновь попытка создать инфраструктуру, которая создаст максимальную комфортность проживания в одном жилом комплексе, в одном кондоминиуме. Ну вот здесь мы, наверное, говорим о качестве жизни, да, потому что мы устаем от темпов большого города. Вот почему вот этот критерий сегодня вы ставите на первое место? И как он будет обеспечивать этот проект качество жизни горожан? Я думаю, что человек на сегодня очень серьезно занят работой и фактически основное время посвящает именно работе. И мы говорим о том, что и занятия активным спортом, и, значит, какие-то увлечения, хобби, очевидно, такие возможности должны быть приближены непосредственно к месту проживания, вплоть до каких-то необходимых бытовых моментов. Это те же банальные мастерские, которые на сегодня, ну, сложно найти в городе. Бытовое обслуживание. Да, бытовое обслуживание, комплексное, либо же индивидуальное. Ну, условно говоря, все в одном месте, чтобы тебе никуда не ехать, вот все рядышком, что называется. Ну, естественно, и при том, чтобы это было оформлено очень красиво, с проработкой и дизайнерами, и архитекторами. Ландшафтный дизайн будет выполнен в лучших традициях ландшафтного дизайна. Какие-то еще особенности, вот те же парковки, что тоже сегодня стало притча в языцах во многих районах. Да, современные требования очень серьезные, предъявляют необходимость застройщику фактически на каждое помещение, на каждую квартиру обеспечить парковочным местом.
Вот, там все это предусмотрено, и будет такая дополнительная услуга, что любой въезжающий автомобиль будет проходить автоматическую мойку. Здорово. Еще, скажем так, новое для рынка Екатеринбурга, ну пока это высотные дома, 60 этажей? Ну, скорее всего, что это действительно новое. Я не могу сказать, что это будет повсеместно, потому что, слава богу, территории хватает в нашей стране. И Екатеринбург тоже имеет тенденцию к расширению. Скорее всего, это можно рассматривать как определенную архитектурную изюминку, архитектурную мысль и архитектурный момент, который привнесет определенную, значит, прелесть городу. Ну, то есть, на самом деле, по-моему, первый объект вот, жилого комплекса, вот, столь высоко, столько много этажей где? Действительно, может быть, это не первые проектируемые здания, не первые здания, готовящиеся к строительству, высотные, но их уникальность в том, что они изначально проектируются как жилые высотные здания. А что касается социального развития, вот какие вы здесь видите сегодня возможности, вот, что касается строительства школ, детских садов в Екатеринбурге? Да, хочется отметить, что и в этом году продолжалось строительство детских садов и школ. Успешно было реконструировано и построено несколько школ. Насколько я знаю, и на будущий год планируется строительство, особенно в большом количестве детских садов, в соответствии с государственной программой обеспечить к 2016 году всех нуждающихся местами в детских дошкольных учреждениях. И эта программа очень серьезно реализуется и в городе Екатеринбурге, и в Свердловской области. И я думаю, что она будет успешно реализована. Что касается школ, то также, насколько я знаю, в бюджетах есть те строки, в которых, значит, запланировано строительство и реконструкция новых школ. Хочу отметить, что с каждым годом эти заведения, детские сады и школы по своему проектному качеству, по качеству строительства становятся все лучше и лучше. Ну, в завершение мы начали разговор с того, как развивается сегодня строительный рынок Екатеринбурга. Перспективу какую ставите вот для рынка в целом, да, ну и как застройщик, что можете отметить? Ну, как застройщику, мне, конечно, хотелось бы, чтобы рынок рос и развивался, чтобы качество и количество построенного жилья, коммерческой недвижимости в первую очередь удовлетворяло потребителей. Это горожан, и не только, может быть, горожан, людей бизнеса. Ну, конечно, все зависит от экономики в сегодняшний момент. И я вижу, что этот год был успешным, и хотелось бы верить, что следующий будет точно таким же. Ну, секретов не будем приоткрывать. Какой проект будет флагманом на будущий год, вот вашим лично, либо пусть пока останется, ну, скажем так, открытым вопросом? Ну, я думаю, что мы ведем достаточно много проектов, в том числе как бы интересных. Это строительство двух апарт-отелей. Вот на сегодня один строится, второй проектируется. Это действительно отели. Может быть, можно на сегодня сказать, что уровня 4 звезды. Ну, это дело оценки специалистов, естественно. Есть ряд интересных проектов строительства жилых зданий. Продолжаем застраивать жилой комплекс «Новый Уктус». Вот. То есть планов еще много. Будем надеяться, что все будет выполнено. Да, мы стараемся, прикладываем все усилия, поверьте. Спасибо вам большое. Гостем программы сегодня был директор некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» Игорь Плаксин. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи. Спасибо.